Уважаемые сочинцы и гости курорта, дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Первомаем, с Днем весны и труда. Первомай – это по-настоящему народный праздник, посвященный людям, умеющим творить, создавать новое, добиваться успеха. Сочинцы всегда умели и любили работать. И сегодня мы можем гордиться результатами нашего труда. Мы с вами обновили наш город, превратили его в круглогодичный курорт, известный во всем мире. В прошлом году Сочи принял более 5 миллионов туристов. Только минувшей зимой город посетило около 800 тысяч отдыхающих. Много гостей мы ожидаем и предстоящим летом. На сегодняшний день сочинские здравницы уже распродали около 90% путевок на высокие бархатные сезоны. Дорогие друзья, еще недавно мы и не мечтали о таких достижениях. Сегодня это реальность. Это результат нашего с вами большого совместного труда. Время показало, что мы с вами шли по правильному пути. И движение по нему мы продолжим. Желаю вам крепкого здоровья и огромного человеческого счастья. Мира вашим домам. С праздником вас. С Первомаем. С Днем весны и труда.